Меня зовут Камила, я с России, с города Уфы. Я являюсь студенткой Дангбейского института финансовой экономики. Этот университет находится в Китае, в городе Далянь. Территория кампуса находится в 20 минутах езды от центра города. У этого института есть огромный студенческий городок, который очень красивый, и внутри находится безумное количество зданий, где учатся китайские студенты, но и не только китайские студенты. Когда я в первый раз увидела кампус нашего института, я была очень впечатлена и обрадована этим кампусом, потому что он действительно большой, и сама я из России, я знаю, что в России такого как бы конкретной территории института нет. За счет кампуса ощущаешь себя частью института. Самое большое и самое заметное здание нашего кампуса – это, конечно же, главное здание. Также немаловажное здание – это здание библиотеки. Обычно все наши занятия проходят в нашем здании, здании Гайма, но также у нас есть возможность выбрать элективы. Элективы – это те занятия, на которых мы учимся в основном с китайскими студентами. И если у нас есть такие занятия, то такие занятия проходят в различных зданиях нашего университета, которые находятся на территории кампуса. Также на территории нашего кампуса есть несколько столовых, которых вы можете покушать. Еда в этих столовых очень дешевая и очень разнообразная. Также на территории кампуса находятся общежития, в которых студенты проживают, когда только приезжают сюда. После этого они, конечно, могут уже найти себе квартиру и жить. Как это жить? За пределами кампуса. Также на территории университета студентам доступны такие спортивные площадки, как баскетбольная, волейбольная. И также есть огромный стадион, на котором проходят все спортивные события нашего института. Так что в свободное от учебы время ребята могут заниматься спортом. В нашем институте есть очень много клубов, которые организованы китайскими студентами, но иностранные студенты также могут записаться в эти клубы и проводить свободное время там. То есть такие клубы, как танцевальный клуб, там пение, клуб любителей кино. Кампус института находится недалеко от моря, и это здорово. Очень близко к территории кампуса находится парк, который называется Синхай парк. И на территории этого Синхай парк можно покататься на роликах, также просто погулять с друзьями. Есть очень много мест, где можно покушать барбекю. Вот такой вот у нас университет. Нам здесь очень сильно нравится учиться. Если хотите получить незабываемый опыт, то приезжайте учиться вместе с нами.